1 июля в Запорожье области начал действовать социальный проект «Бесплатная помощь». Специалисты помогают составлять заявления, проводят правовые консультации и разъяснения. Право на получение такой помощи имеют инвалиды, дети, сироты, ветераны войны и те, кто попадают под закон Украины о беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите. Для получения помощи необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Это предоставление правовых услуг, направленных на обеспечение реализации человеком и гражданином своих прав и свобод, защиты этих прав и свобод, а также их восстановления в случае нарушения. На сегодняшний момент бесплатную вторичную правовую помощь предоставляю до 4 местных центра. Это 2 в городе Запорожье, в городе Бердянске и в городе Мелитополе.